Я из Германии и живу в Киеве 18 лет. Моя профессия – это менеджер. Я жил в Ульме. Там я был специалист, айтишник. Сестра и брат есть в Германии. Общаемся иногда каждый квартал. У меня был 28. Когда я первый раз здесь был на неделю, я хотел попробовать. И когда я начинал, полгода позже, после папа умер, тогда я решил жить здесь. У меня проект был с программистами, и поэтому работа была. Как айтишники, они могут работать везде. К сожалению, мне очень трудно учить язык. Я начинал 8 лет назад русский. И я сказал, если я русский знаю, тогда я начинаю с украинского. Но русский не хватает, и поэтому украинский надо ждать. Я разумею украинскую мову, але трохи, мне очень трудно говорить по-украински. Майдан мне очень нравится. Ну, там есть такой арк, арк дружбы. И когда я первый раз здесь был, там какой-то хор был, украинский хор. И когда я такая музыка слышал, я сказал, это мне очень нравится, поэтому это мое место. Здесь я дома. Я очень хорошие друзья нашли здесь. Мне очень нравится здесь отношения между людьми. Я всегда скажу, приезжайте сюда, и смотрите, ко мне часто приезжают друзья из Германии. Я люблю Киев. Сейчас я менеджер офиса. Обычно мы делаем конференции о Украине и отношениях между Украиной и Германией. И сейчас мы помогаем здесь людям. Бедные, пенсионеры, матери, которые есть много детей. Мы забираем деньги в Германии, отдаем партнерам деньги, и они покупают продукты и доставят таким людям. Эта акция начиналась месяц назад, потому что корона. И мы знаем, такая карантина очень тяжело. И поэтому мы помогаем. Тоже мы занимаемся обычно, что люди из Украины могут ездить в Германию за проектами. И наоборот, что люди из Германии будут здесь.